Да, я буду искать ей замену. Есть среди вас желающие? Раз, два, три. Наташ! Как хорошо, что мы снимаем сети, а то с этими розовыми брюками эта кофта вообще не сочетается. Некоторые люди похлеще сочетают. А это не... нас плохо видно. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка, Эмили и... Аскфатима. И сегодня мы снимаем для вас... очередное новое видео. Сегодня мы будем кушать... как эта штука называется? Пастила. Пастила. Я вообще очень люблю все кислое, все соленое, так что... сможем каждый съесть. Может, давай челлендж, кто съест все. Давай. Не на скорость? Как это пахнет. Просто кто съест все, да? Да. Давай. Мы здесь недавно снимали очередное видео про суши, потому что они вам очень нравятся. Здесь стоит такой аромат. Суши, пастила. Я не могу, я хочу суши, дайте мне их еще. Все. Сейчас нас зашелест брокколи. Как это пахнет. Зеленые огурцы, я не смогу думать ни о чем другом. Так всегда, с детства. Что-то не получается кусать. Что не получается? Там резинка, ты что? Она кусает резинкой. Это не резинка. Ну, это клёнка. Я просто не заметила здесь клёнку. Как мы её будем сдирать, слушай? Очень хороший вопрос. Не всегда это удается, кстати. Возможно. Потом с клёнкой будем есть. Придется отдирать зубами оттуда. Челлендж усложнится. На что мы спорим, таракан? Мы спорим на красивую юбочку. Это намек. Получилось! Аллилуйя! Вот так кажется, почему я не могла съесть. Да ладно. Может, ты мне это сделаешь? Нет, я быстрее тебя съем и выиграю челлендж, правильно? Смеется сумасшедшая. Я тоже сняла клеенку. А с другой стороны ты сняла? Я справилась, я сделала это. Вы убьете нас за звук, лучше ты отрежь эти моменты. Надо резко, как пластырь. Вот голое яблоко, и с другой стороны теперь надо. С другой стороны не так уж и просто это сделать. Процесс пошел. Бывали случаи в жизни, когда я покупала эту вещь и так не смогла снять. Боль. Айка. Приступаем, пока эта лохушка там. Айка, ну пожалей меня. Пытается. Ты нашла слабое место и дернула оттуда, а у меня нет здесь такой. Так, только на хвостике. Это челлендж, сними кожуру с пастилы. Точнее, плюм. Я тоже хочу. Такая кисленькая. А, я хочу пастилку. Майка, помоги мне же, мы же друзья. Мы друзья? Разве? Ладно, Айка, тоже. Давай я съем от тебя, а ты мне поможешь. Говори. Я хочу вам сделать. Она злая. Видите, какая она нехорошая. Отпишитесь от нее. Мы отпишемся. Я не смогу это открыть. Пробуй. Время идет, я ее пока съем. Айка, ну она прилипла намертво. Что ты за это говоришь? Давай. Ладно. Открывай. Только мою не трожь, я сказала. Ладно, тогда открывай. Как вкусно. У них ногти острые. Я тоже хочу, у меня слюнки текут. Давай ты с клеенкой будешь. Нет. Так невкусно. Нам надо острый нож. Поддеть ее. Ты просто не профессионал, понимаешь? Давай, докажи, что ты просто лохушка. Хорошо, ты открой, я соглашусь тогда, что я скажу публично, что я лохушка. Давай так, если я сейчас открываю, то ты говоришь, что ты лохушка. С удовольствием. Если я смогу ощутить вкус этой пастилы, то я тебе не то скажу. А если мы сделали это?
Мы, главное. Мы, да. А такой кусок не считается. Все, давай. Я это сделала. Да, что ты сделала? Просто не уроды. Да, дай нормально, да? Не как бешеная. Ладно, я поела. Это не такой кусок был, как я съела. Положи на место. Айка. Слушай, ты, может, заткнешься и подчинишься, наконец, мне? Давай, 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 что это лохушка. Я прям понервничала. Что с людьми делает голод? Просто посмотри на это. Что ты должна была сказать? Где лохушка? Где лохушка? Где лохушка? Когда я побежу, побежду тебя. Ты знаешь. Похоже на дикую. Очень вкусно. Такая кислинка. Вот все шуршать будет, Ян. Вкусно. Я даже думала взять одну, потом поэтому я говорила взять две. Сейчас я понимаю, что надо было брать четыре. Может, ты будешь говорить что-то, а не просто как животное? Я должна доказать, что они лохушка. Я должна реабилитироваться. Они просто как животное. Просто тупо есть. Ты мешаешь мне выдрать. Ой, забудь от меня. Как сумасшедшая она. Все не ради еды, ради победы. Не поймите неправильно. Она всегда так напрашивается. В ресторанах. Официант несет еду. Платье подхватывает у него. Не было такого, скажешь. И официант такой, это не ваш заказ. Она говорит, мне пофиг, я хочу есть. Не было, скажешь, такого. Правильно, говорит, не было. Вы не докажете. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Такие моменты, когда она берет у официанта все и убегает, я снимаю сторис. Ссылка внизу. Она обманывает людей. Кстати, о инстаграме. Нужно снять что-то для инстаграма. Где мой телефон? Официант за своим инстаграм, да есть. Обманным путем привлекает на свой инстаграм. Следующее наше видео про... Как это называлась эта штука? Пастила. Пастила. Вот. Вот что осталось. Вот эта дама, которая ест. Как мяши. Дама, которая ест. Следующее наше. Мне нравится. Дама, которая ест. Это я. Мы не на скорость, дорогая моя. Ну а как же... Если я съем то, что ты съешь, уже не считается же. Неправильно? Как вы думаете? Учитывая тот момент, что я тебе помогла. Цветичка! Учитывая тот момент, что до этого ты ела. Еще чуть-чуть добавлю. Очень весело.
знаешь, столько мне потом вылезать. Я не могу. Пусть смеется, я сейчас выиграю. Попробуй съесть. Это было нечестно. А теперь лапушка. У меня аж до слез. Это был самый веселый челлендж в моей жизни. Я не ожидала. Пока я снимала историю, ты ела как сумасшедшая. Это твоя идея была. Я не принесла себе это. Вот пока ладно, я возила здесь пастилу, ты ела. Тогда, получается, ту юбку, которую я купила для себя, я дарю тебе, да? Да. Дело было в том, что мы купили юбку. Я с вами покажу. Покажу вам свою новую юбку. Как я прозевала победу, а? Потому что ты жила. У меня просто очень сильный напарник. Это нечестно. Сильный, хорошо, что ты признаешь. Новая юбочка, которую я проиграла. Я лапаю своими грязными руками мою новую юбку. Она была моей. Она была конкурсной. Надеюсь, мы не слишком много ржали и не взбесили вас. Если я это буду вырезать, то полвидео не будет, поэтому придется это все оставить. На самом деле, ты очень сильный противник. Да, я буду искать ей замену. Есть среди вас желающие? Ну, все на не могут место. Быть мной, ты понимаешь. Сейчас все опять начнут самодовольные. Я скоро здесь буду писать пометку шутку и вставлять мешочек смеха, когда нужно смеяться, чтобы для тех, кто не понимает. Мы очень надеемся, что это видео вам понравится. Если это было так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на канал Аскфатима. Он будет в инфобоксе, также закреплен в комментариях. В общем, везде. Мы вас очень любим, спасибо за просмотр.